Брестская таможня самая крупная в Беларуси. Сегодня в состав ведомства входит 10 таможенных постов. В структуре трудятся настоящие профессионалы, специалисты, владеющие широким спектром знаний, успешно реализующие их на практике. Ежегодные ряды таможенников пополняются новыми кадрами, людьми, которые осознанно делают выбор в пользу таможенного дела. И в этот день каждый из 45 новобранцев ощущал особое волнение. Дать напутствие и поздравить молодых специалистов пришли ветераны таможенной службы. С торжественным словом выступил начальник таможни Александр Пихун. Добрые пожелания новобранцам высказал и глава областного центра Александр Рогачук. Присяга работников таможенной службы, как отметил председатель горосполкома, события городского масштаба. Спасибо нашей Брестской таможне за те замечательные государевые функции, которые они эффективно выполняют, и пожелать молодому пополнению таможенников успехов. Успехов в нелегкой, но очень ответственной службы. Присягу на верность родине и белорусскому народу новоиспеченные сотрудники приняли у знамени Брестской таможни, которое было впервые вынесено на площадь церемониалов Брестской крепости. Представители молодого пополнения поклялись честно служить закону и защищать права граждан. То, что происходит здесь, на этой святой земле, оно уже многие говорили, оно откладывает определенный отпечаток в душе каждого, наверное, сотрудника, потому что это определенная обязанность. Сегодня никто из нас, кто здесь приносил присягу, он не может быть хуже, чем те, которые сложили головы здесь, на этой святой земле. Поэтому я уверен, что та молодежь, которая сегодня пришла, учитывая тот конкурсный отбор, который им предстоял до того, как поступить на службу, они достойно примут эстафету наших ветеранов. За плечами новобранцев небольшой опыт работы в структуре, знакомство с коллективом, решение первых профессиональных задач. Молодые люди на начальном этапе постижения таможенного дела. Как и в любой другой профессии, на первых порах пришлось столкнуться с некоторыми сложностями. Усваивать законодательство Республики Беларусь, все правовые акты, нормативные акты. Пришлось, конечно, знакомиться с коллективом. Коллектив попался хороший, я очень доволен. Работа для меня очень новая, ничего не было знакомо, то есть приходилось учиться, грубо говоря, заново. Профессию таможенника не случайно выбрала Ольга Хорожева. Родилась в семье военных, всегда брала пример со старшего поколения. О том, что пошла по стопам родителей, ничуть не пожалела. Своей профессией брестчанка гордится. Начинать, конечно же, пришлось с того, что все было ново, все было интересно, столько информации, столько впечатлений, ярких эмоций. Вот. Но затем я поняла, что это не шутки, это все серьезно. Эта профессия требует выкладки, требует ответственности, потому что мы не только охраняем экономические интересы нашей страны, мы являемся лицами, которые встречают гостей нашей страны. София Бережная, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.